Сиапме 2-1, победа банкиров, волевая. Подводим итоги встречи с представителями команд. Демид Голиков, капитан Сиаба и руководитель бешеных Илья Лебедев. Илья, давай начнем с тебя. Быстро забили, повели в счете. Почему вот все-таки не удалось в концовке дотерпеть и хотя бы один балл заработать? Да не скажу, что мы терпели. Во-первых, спасибо сопернику за игру. Сиабам всегда приятно играть. Вот, а не, мы не терпели, нет, второй тайм мы не садились назад, мы не старались отбиваться, мы старались также играть, продолжать и прессинг чередовать, и создавать что-то сами. Там ключевой момент, когда вот мы второй гол не забили в штангу, Игорь попал, к сожалению, вот, наверное, вот этот момент стал ключевым в матче, потому что если бы мы повели 2-0 по такой игре, в принципе, это была середина второго тайма, думаю, было бы попроще. А так в концовке побежали, и они бежали забивать, и мы бежали забивать, то есть там были такие качели в концовке, что кому просто улыбнется удача, кто они убежали в контру, хорошо разыграли и забили. Дими, твой первый комментарий по сегодняшней игре. Ну, раз Илюша начал так, я тоже хвалебные скажу слова в пользу команды соперников. Мэтт, спасибо ребятам, хороший мужской футбол, никаких претензий вообще, увидели, кость в кости, все равно встают ребята, играют, все по-мужски, все по делу. Я пожелаю им остаться в Суперлиге, если это еще возможно, потому что без таких команд Суперлига, конечно, обеднеет в плане характера, мужественности, энергии и бойцовских качеств. Своим пацанам тоже спасибо за игру огромное. Хорошо, что сумели отыграться и вырвать победу, потому что хотим быть пятеркой сильнейших, и победа вообще, в принципе, очень нужна была, потому что все оступились. Вот, и мы сейчас закрепились, и у нас сейчас две важные игры. Так, в принципе, считаю, что не получилось начало игры. Вообще весь первый тайм сложился не так, как хотелось бы. Были такие полумоментики, ну, во втором тайме чуть взвинтили, стало больше получаться. И да, спасибо Игорю Корню, что не забил нам, нам это очень помогло. Да, Демид сказал, что ты, что вы бьете за пятерку, это, понятно, была минимальная, наверное, цель команды на сезон закончить, да, на пятом месте. Я так понимаю, как раз вы, в принципе, уже, наверное, себе эту пятерку обеспечили. Вот, наверное, можно как-то уже итоги сезона подводить для команды. Да, ну давай еще сыграем пару игр, завтра надо прихлопнуть золотой и сыграть здоровский матч с хорошей командой Николая Маркина. Илья, тебе вопрос. На самом деле, вот я лично получил удовольствие от такого мэда, как вы сегодня играли. Такая даже немножко ностальгия по прошлым временам, да, вспоминали мы тут серебряных ваших призеров, ваших звездочек, Ефимова, Леваку. Вот по сегодняшней игре, в принципе, наверное, никто, ни в кого ты камень огород не кинешь, но вот почему все-таки, наверное, в концовочке, может, максимально цифру могли дать поиграть? Да нет, мы не меняли, потому что впереди, в принципе, Дима Иванов цеплялся за все практически мячи, мы у него спрашиваем, силы есть, пускай играет, как бы нет там. И у Максима тем более микроповреждение, после того, как он уже постоял тайм на бровке, он, ну, скорее всего, он бы вышел, бы только травму мог получить, зачем это. Вот, а да что вспоминать их уже вспоминать не надо, у нас совершенно другая команда, и сегодня, ну, мне нравится, когда мы собираемся, мне нравится, как команда это играет, но результата нету, и уже мы отдаем, по-моему, не считая команд, ну, матчей с командами, которые идут в первой пятерке, там, шестерки, я не знаю, как там их разделять сейчас, вот, не считая матчи с ними, во всех остальных матчах с командами, которые немного выше нас, там, с 8 по 10, мы потеряли просто глупейшие очки, то есть ведем в счете, отдаем, в концовке, причем все в концовке. Мы бы сейчас, если бы не эти потери, мы бы сейчас не думали ни о стыковых матчах, ни о зоне вылета, мы бы сейчас находились там, как обычно, в 10, 9, 8 место бы и доигрывали, или получали второе. Или второе, да. Но это совсем надо не терять очки было и с первой пятеркой. А так получается, что концовка сезона, да, и нам приходится биться за выживание, да. Сегодня тоже еще такой момент подмечу по составу, да, наконец-то долгожданное возвращение голкипера Андрея Искелянина. Ну и как тебе дебют Дани Цветкова? Да нет, Даня красавчик, все прекрасно сыграл, он тем более с некоторыми ребятами играет, он так более-менее сыгран на самом деле, поэтому влился сразу, и в первом тайме, пока ему опять же позволяли физические кондиции, он хорошо двигался, во втором тайме сначала у него, потом у Дани, потом опять у него свело ноги, и уже он концовку не доигрывал просто из-за физического состояния своего.
Дмитрий, тебе тоже вопрос касательно вратаря. Антон Дыбус вернулся на последний рубеж. Есть у вас Дмитрий Яковлев, но в последнем матче был Никонов в воротах. Сегодня мне показалось, что первый гол, откровенно говоря, антоновский. Ну, Антона, что скажешь по этому поводу? И, ну, для начала давай так. Ну, во-первых, ему сложно было. Тебе не видно, наверное, был, да, там рикошетик. Ему очень сложно было, да. Я считаю, что у нас замечательная бригада голкиперов, но... Чтобы подытожить эту тему, чтобы все знали, Дима очень далеко находится, сейчас живет. Ему просто приехать километров 150 сюда, чтобы отыграть матч и поехать обратно. Но я считаю, что собраться даже на игру сложновато. Нужно очень приезжать заранее, да, там быть подготовленным. У него там игры на область есть, там, где он находится. Пока завершим так сезон, дальше будем думать, что в будущем. А так, в принципе, Дыба первый, потому что он здесь всегда. И он ну, хороший вратарь. Тащит, подсказывает. И Костя всегда готов подстраховать. Так что ситуация вот такая. Не могу не спросить, как здоровье вашего одного еще из лидеров, Валерия Панова? К сожалению, я так понял, что он не сможет сыграть больше в этом розыгрыше Суперлиги. Ну, а сегодня переоделся, был в форме так на случай экстренный, да? Нет. Мы же списываемся, и в любом случае позвали. Он один из тех людей, который составляет костяк команды, командный дух. Он в Москве был вообще лучшим, в принципе, я считаю. Но, к сожалению, травма сейчас не дает ему. Но его присутствие здесь нам полезно. Он подсказывает, помогает Косте и всем ребятам подбадривает. Так что спасибо вообще, что он приезжает, если он не может играть, его поддержка неоценима. Спасибо тебе, Вал. Ну и всей своей команде еще раз спасибо. Волевая победа, тем более приятно. Завтра побьемся с чемпионом, посмотрим, на что мы способны после сегодняшнего такого достаточно плотного физически матча. Я не люблю, на самом деле, спрашивать, поднимать тему судейскую, но вот Алексей Романов мне там в комментариях сегодня написывал, смотрел он матч, переживал за вас, ваш наставник, который совсем скоро, я думаю, вернется, да, на футбольное поле. Что ты скажешь по поводу судейства, там вот неназначенного пенальти, или не будем эту тему? Да не знаю, да... Как тебе было видно с бровки? Мне с бровки показалось, что был пенальти, потому что там обе руки были на Диме Гузе, и двумя руками он его просто повалил. Дима Гузь не тот игрок, который будет в штрафной площади падать как бы просто так. Поэтому там по-любому он его валил, не знаю, насколько это тянуло на пенальти или не тянуло, и как видел арбитр, ну, как он находился, как с его позиции был, да, этот эпизод был виден. Вот. А я еще в прошлом вопросе твоем проигнорировал почему-то вопрос про вратаря. Да, спасибо Андрею, он дебютировал, то есть это экстренно. В нынешнем сезоне дебютировал. Да, в нынешнем сезоне дебютировал. Хотя в первом круге, если не ошибаюсь, он тоже экстренно вызывался. Нет, спасибо ему огромное, что он всегда готов экстренно вот так вот приехать, выручить. Он с чистого листа, не играя, я не знаю, там, годами не играет на воротах, просто приезжает как бы и стоит раз в полгода, раз в год и выручает нас. И причем, ну, делает это, ну, неплохо. Это намного хуже, если бы у нас полевой бы сегодня там или когда бы стоял. Нет, Андрюхе спасибо, респект. Он вообще за команду подбадривает в раздевалке, всегда с нами. Нет, спасибо ему огромное. Что ж, спасибо вам за игру. Еще раз поздравим Сиап с победой. Мэду, я тебе лично пожелаю удачи в таковых матчах. Все, на сегодня все. Всем спасибо, до свидания.